ваши аплодисменты. Я приглашаю на площадку легенду нашего клуба. Встречайте! Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион и бронзовый призер Евросоюза, чемпион и вице-чемпион, трехкратный чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель межконтинентального кубка, семикратный чемпион СССР, обладатель кубка СССР, чемпион Европы 2007 года в качестве генерального менеджера сборной России, председатель Совета ветеранов баскетбольного клуба ЦСКА Сергей Николаевич Тараканов! Дорогие друзья, к глубочайшему сожалению, уже нет с нами заслуженного мастера спорта СССР, олимпийского чемпиона, серебряного призера чемпионата Европы, шестикратного чемпиона СССР, обладателя Кубка СССР Виктора Панкрашкина. Сегодня на матче присутствует супруга Виктора Александровича, Ольга Николаевна. Давайте вместе поприветствуем ее. Я хочу, чтобы мы правильно вспомнили Виктора, и не на таких трагических нот. Я бы хотел попросить вас, вот как артистам хлопают, давайте похлопаем Виктору. Идея, конечно, не моя, идея давно существует в мире, просто подсмотрел, естественно, это происходит. Я считаю, что ЦСКА, как ведущий клуб европейский, не может отставать от таких серьезных уже традиций, мировых, можно сказать. И я очень рад, что Андрей Ватутин поддержал эту идею, и офис ЦСКА, и клуб ЦСКА поддержал идею, и мы ее воплотили, в основном воплотили, переходим уже к более современному поколению теперь, но я бы сказал так, поколению современному нужно немножко отстояться, потому что должен какой-то быть возрастной ценз, и должно быть какое-то, какие-то годы, прошедшие после окончания карьеры. Конечно, не мог идти впереди паровоза, я благодарен тем, что люди за меня проголосовали, потому что мы решали обычно эти опросом ветеранов, специалистов, чья майка будет подвешена под своды УСЗ ЦСКА имени Горинского. Я бы, честно скажу, всех своих товарищей, и не только всех своих товарищей, вот майки бы развесил по всем углам. Я очень рад, что Сергей Николаевич в строю с нами. И не просто в строю, но и возглавляет уже третий год Совет ветеранов ЦСКА. Поверьте, это реально работающий орган, и когда мы 3 года назад с Ильей Николаевичем договаривались о создании совета, один из пунктов был, чтобы майки наших самых знаменитых ветеранов были под сводами войск ЦСКА. И вы видите, как их много, и сегодня я вдвойне рад тому, что мы наконец поднимаем майку Сергея Николаевича. Это человек, который заботится о каждом ветеране. Повторю еще раз, Сергей, тебе здоровья и оставаться с нами в строю как можно дольше. И быть всегда таким красивым. Спасибо всем, кто остался на эту церемонию. Это важно для нас. Спасибо вам, болельщики. Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег, но мой назван и находью, значит. По-другому, то есть, не как все, мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды, я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит бороться, скачки, я сегодня фаворит знаю, ставят все на иноходца. Конечно, самое главное большое спасибо, это вам, болельщики, потому что без вас бы ничего не было. Спасибо. Большое спасибо.